Надеюсь, вот так слышно сейчас. Звук есть? Добрый день, уважаемые участники трансляции. Меня зовут Екатерина Ефимова, я генеральный директор фонда «Мост поколений». И сегодня мы проводим такой всероссийский телемост, посвященный 11 апреля, это Международный день освобождения узников концлагерей. Только что на нашем сайте завершился всероссийский кинопоказ, онлайн-кинопоказ, опять же, посвященный теме концлагерей. В том числе были представлены два фильма. Это «Лишенные детства» и это «Воспоминания о детстве», главными героями которых были вот, уважаемые ветераны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, которые находятся сейчас рядом со мной. И этот телемост посвящен тематике детства концлагерей и участников. Я сейчас представлю. По правую руку от меня сидит Николай Андреевич Махутов, юный узник тюрьмы Лепель, академик Российской академии наук и председатель Международного союза бывших несовершеннолетних, малолетних узников фашизма. По левую руку от меня находится Юрий Сергеевич Небараков, малолетний узник печально всем известного детского концлагеря «Саласпилс». И так уж случилось, что у нас эфир проходит накануне Дня космонавтики и полета первого человека в космос. А как раз вот у нас Юрий Сергеевич, это друг детства Юрия Алексеевича Гагарина, первые полтора года провел вместе с ним в оккупации. Так совпало. Интересный факт. Ну и сегодня у нас в ближайшие полчаса мы проведем в формате ответов на вопросы, которые поступают у нас через сайт на пульт, мне помощники направляют их на телефон, я буду их задавать некоторые адресно, некоторые вопросы будут адресованы к нашим обоим спикерам. Ну и в самом начале нашего мероприятия хотела бы передать слово уважаемым гостям, Николаю Андреевичу, наверное, сперва, и для представления. Спасибо, Екатерина. Действительно, сегодня на Поклонной горе мы встретились, малолетние узники, ветераны войны, наши освободители, дети. И это обычная наша ежегодная встреча, она проходит во всех городах, во всех государствах. Ну и Екатерина правильно сказала, что 11 апреля оказалось рядом с 12 апреля, со знаменитым полетом Юрия Алексеевича. Юрий Сергеевич об этом скажет. Но так получилось, что наши судьбы переплелись. И для нас день космонавтики и день освобождения узников концлагерей – близкий день по существу, имеющий к нам прямое отношение. Спасибо. Передаю слово Юрию Сергеевичу. Спасибо за приглашение. Я хочу сказать, что если война проходила, Вторая мировая, 3 года 10 месяцев, то я был под немцами 3 года. Из них полтора года был в оккупации. Я единственный на земле, который видел Юрия Гагарина во время войны, его семью. И за противоправные диверсионные действия против Deutsche Vaterland, против германских войск, ну, в смысле, солдат и, значит, вот, и армии, я полтора года был в оккупации, так сказать, так называемый исправительный трудовой лагерь. Это Саласпилс, 14 километров от Риги, Латвия. Так, ну, пожалуй,
Но я могу сказать, еще добавить еще несколько слов. Я хочу сказать, что там, так сказать, находясь там, претерпел большие, так сказать, невзгоды, большие неприятности. Но я потом все это расскажу, если мне дадут времени. Так что, пожалуйста. Спасибо большое. Я напомню, что только что были в эфире показаны два фильма с вашим, в том числе, с участием Николая Андреевича, поэтому наши зрители, которые присылают вопросы через форму сайта, а я напомню, что это сделать можно на сайте fundgenerationbridge.org/live в форме обратной связи, они уже имеют представление о том, через что вы прошли, поэтому и вопросы у нас уже тематические. Я хотела начать первый вопрос задать. Вот первый вопрос из города Москва от Александры Булгаковой. И он адресный Николаю Андреевичу Мамахутову, извините. Как вы добились успеха, несмотря... А я повторюсь, что Николай Андреевич у нас академик Российской академии наук. И вопрос такой. Как вы добились успеха, несмотря на статус бывшего узника? Сталкивались ли вы в вашей деятельности с какими-то трудностями в связи с тем, что в связи с вашим прошлым? Спасибо за вопрос. Он, конечно, имеет под собой основание быть заданным, но я прямо могу сказать, что я в моей биографии указывал, что я был на оккупированной территории, и для меня, может быть, потому что отец мой всю войну прошел, для меня никаких затруднений, связанных с тем, что мы были на оккупированной территории, в общем-то, на жизненном пути не было. Мы вчера обсуждали, и вот вопрос, который сегодня хотелось еще раз подчеркнуть, как-то война, ракеты, «Катюша», фашистские концлагеря, фон Браун, Королёв, моя личная судьба сплелись на моем жизненном пути в один большой клубок. Поэтому я и к тому, и к другому юбилею в определенной степени имею прямое отношение. И хочу сказать так, что я был всегда патриотом и никогда за это не страдал. И желаю всем молодым людям также относиться к родине, и никто к вам не будет предъявлять претензии. Замечательный ответ. Спасибо большое, Николай Андреевич. Ну и вот тогда как раз, Юрий Сергеевич, теперь вопрос к вам. Он адресован из Краснодара от Александра Иванова. Да, расскажите, пожалуйста, про совместную оккупацию с Юрием Гагариным. Возможно, у вас есть какой-то интересный случай и из взаимодействия лично с ним, с его семьей, или, может быть, что-то с самим Юрием? Ну, я появился в деревне Клушино. Сейчас. Я появился в деревне Клушино. Это Гжатский район, теперь Гагаринский район Смоленской области. Это было, еще к нам немцы не пришли, это было в сентябре месяце. Юра пошел в первый класс. И мы, дети, так сказать, вот такие вот, значит, 5-6 лет, стояли около школы, надеялись кто-нибудь с нами познакомиться. А уже была война. Люди наши, колхозники, работали на, так сказать, земляных работах против танку, против, значит, различных делают сооружения, препятствия, чтобы не вошли танки. Они, к сожалению, прошли с другой стороны, со стороны Гжатска. Я с ним встретился, это было в первых числах сентября. Он как-то отличался от других. Вот если меня спросят, когда стал Юрий Гагарин летчиком, я, может сказать, он пошел с детства. У него были такие, вот он делал такие голубки из бумаги, затем делал, значит, из газеты, типа змея. Он, Юра, бросал в воздух, а его брат Валентин, он постарше, на 9 лет был. И он бежал, значит, напротив ветра, и змей поднимался. Вот если, положим, у нас голубки плохо летали, то ребята делали, так сказать, шалобан. Делали. А Юра нас спасал таких. Он, значит, ну, не давал возможности, чтобы детей обижали. Вот я с Юрой познакомился.
Это он мне показал букварь. Я хочу сказать коротко. Он привел к себе домой, познакомил меня с родителями. Оказывается, они друг друга знали, потому что деревня, куда я потом вначале появился, была 3 километра от родины Гагарина. Это вот деревня Клушино. Познакомил меня со своими братьями, сестрами. А отец в это время, он был в городе, болел тяжелой болезнью, это вот тиф. И вот уже там непосредственно к нему обратились работники НКВД и говорят, если, значит, немцы придут сюда, к вашу деревню, чтобы ты был связной, к тебе могут прийти разведчики, и ты будешь, значит, уже, так сказать, как твой дом будет явка для разведчиков. И вот так и было. Потом, значит, ну, если тебя немцы заставят работать по специальности, а он был мельником до того, как немцы пришли, при колхозах, ты соглашайся, но к тебе будут обязательно, так сказать, приходить и наши разведчики. Так что, а твой сын старший, Валентин, у Юра, в смысле, в семье было 3 брата. Один был моего года, 36-го, другой был, значит, старше, Валентин, и Юра был уже, это уже 3 брата. Вот. А что касается, значит, а Зои, тоже сестра, она была тоже самая, так сказать, постарше была. И вот они учили своего брата, младшего Юры, когда он уже 4 года уже мог выступать перед школьниками. У него была хорошая память, очень память хорошая. Он умел считать уже все это отношение. У них в семье поставлено так, что один за всех, вся семья за младшего или там за другого, и те же самые, наоборот, значит, младшие или там за семью. Спасибо большое. Спасибо большое. Следующий вопрос у нас из Чукотки. Это бухта Провидения от Светланы. С какого возраста, на ваш взгляд, детям нужно показывать документальные фильмы о концлагерях? Вот в частности, те фильмы, в которых вы принимали участие. Ну, можете вы ответить, потом тоже. Вот. Ну, значит, я считаю, что ведь недаром перед войной Великой Отечественной показывали фильмы. Значит, был Иван Грозный, затем был фильмы, помните, о Чапаеве. И вот эти фильмы создали людей наподобие, так сказать, наших Гастелло, значит, Зойка Самоемьянскую, на как можно раньше. Почему? Потому что, когда я выступаю, мне говорят, значит, вы не говорите о страшных вещах, и дети начинают, значит, плакать, плохо себя чувствуют. Вот, они, им жалко, значит, вот тех концлагерников. Я хочу сказать, что обо мне вот написана книга «Детство в неволе» Кежинов написал. Вот «Судьба Юрия Небаракова». И подписала Галина Юрьевна Гагарина. Она пишет, это предисловие, ну, профессор из Плехановского института. Вот она пишет, что обязательно, чтобы это о детях, которые пережили, так сказать, войну, дети войны, которые пережили оккупацию, пережили концлагеря, чтобы они как можно больше людей знали наши. Вот это вот, значит, вот книга. И, кстати, в свое время я разговаривал, когда я был высокий, молодой, красивый, это вот я, а здесь Алексей Иванович, значит, вот Гагарин. И он мне рассказывал, что ты обязательно должны дети знать, как мы жили, как мы умирали. И вот также об этом пишет, в свое время я встречался с председателем Совета Министров, президентом Верховного Совета Калининым Михаилом Ивановичем. И когда я в 1944 году пришел к нему за получение жилплощади, потому что мы жили, мама жила, она работала в Мариной Роще и шила одежду для значит, Красной Армии. А у меня два брата были танкистами, потом они сгорели, это было под Ржевом. Один бальдёчек тоже сам погиб как раз под Ржевом. И вот я в свое время встречался с Михаилом Ивановичем Калининым. Он говорит, сейчас война, а вот придет время, ты обязательно должен рассказать, как люди жили, умирали в концлагерях, как мы жили в оккупации. Я тогда действительно с ним разговаривал, я был в немецкой форме, сапоги немецкой формы, значит, немецкой формы, там серо-зеленые.
Вот. И пришел еще, кстати, между прочим, пришел Вячеслав Михайлович Молотов, это вот министр иностранных дел в свое время, при Сталине. И он, они смотрят на меня, говорят, как, где ты здесь живешь? Я говорю, да вот живу, говорю. Ну, не, я маме рассказывал. Я ему говорю по-русски, по-немецки, а он мне, значит, не может мне понять. А мама в свое время как-то понимала меня. Значит, вот я, она переводила. Как же ты живешь? Говорит, в ванной длина 160 сантиметров, ну, из метра 60 сантиметров, и шириной, значит, 1.30 м. Я говорю, вот так, говорю, матери говорю, вот так, гуд-гуд, хорошо, там все, кстати. И вот то же самое сказал, что непременно надо обязательно детям показывать, рассказывать. А то они, получается, что думали, что, значит, они родились, все это так и было, как будто все прекрасно, все масло и творог, все в магазинах нормально, в школах. Я пошел в школу, когда писал на грифельной доске. На грифельной доске не было бумаги. А, кстати, Юра пошел, когда после освобождения, он писал на бумаге из того, что там вот было воинское, так сказать, там наставление. Он на этом писал. Не было бумаги, ничего. Ему вообще, так сказать, я даже и по-русски-то плохо говорил. Я уж потом стал, потому что, будучи в концлагере, надо было обязательно говорить на немецком языке. И мы же должны знать только немецкие буквы, и до 100 считать, и не больше того, не больше того. И прежде чем, значит, нам давали пищу, мы должны были прочесть молитву за здоровье фюрера, Гитлера. Но я уж не буду об этом говорить. Вот это вот так было. То есть вы считаете, что чем раньше, тем лучше детям смотреть? Конечно. Дело в том, что в Японии дети уже поступают в школу 4 лет, в Англии – с 5 лет, а у нас 7. Вот даже чем раньше, тем они лучше. Потому что я помню, когда я ехал с сыном в машине, и он мне спросил, папа, где вот тебя стреляли? Я говорю, да вот там мальчику стреляли, не у меня там, это мальчику стреляли, там двоих убили. И он спокойно едет так, да. И вдруг, значит, а по тебе стреляли? Я говорю, стреляли. И заплакал. Видите, когда значит, вот своих родных убивает, значит, это жалко. А когда других убивает, вот чем чаще, тем лучше, пожалуйста. Андреич, тогда к вам вопросы. Да, ну я хочу сказать так, что ведь ну, в нашем детстве я пошел когда в школу, 44-й год тоже, вышла книга Валентина Катаева «Сын полка». И мы, дети, поставили спектакль, то есть мы играли и солдат немецких, и солдат русских. Я был Ваней Солнцевым. То есть не только надо рассказывать и показывать, но надо участвовать обязательно. Вот я думаю, что если дети будут не просто слушателями, а будут отзываться, задавать вопросы, интересоваться, ставить спектакли, участвовать в тех же фильмах, которые вы готовите, это так называемое активное участие детей в сохранении исторической памяти. Спасибо. Вот, кстати, вдогоночку сразу вопрос только что поступил. Владислав Романович Афоничев из города Орла спрашивает как раз вот в продолжение темы. Какой фильм посоветовали бы вы пересмотреть, связанный с тематикой концлагерной? Ну, конечно, фильм «Иди и помни». Я думаю, это надо обязательно этот фильм видеть. Я думаю, и старые, и новые фильмы о Зое Космодемьянской, об Александре Матросове. И я очень удивлен, в том числе и нашим телевизионным сообществом, когда идут большущие исторические, трагические события на Украине, Донецк, ведь там же есть Краснодон, там есть молодая гвардия. И я следил за нашим телевидением, может быть, вас, Катя, хочу попросить, показать фильм «Молодая гвардия». Это ведь не только жертвы, но это дети-борцы. И я думаю, вот это вот активное участие детей в просмотрах, в обсуждениях. Вот Юрий Сергеевич вспомнил фильм про Чапаева. Вот мы после войны, мы ходили на этот фильм и все думали, а вдруг он выплывет, вот дети, мы мечтали. И однажды, когда мы уходили, просмотрев «Молодую гвардию»,
все дети плакали. И кто-то сказал: «Ты что вы плачете? Это же кино». Я помню, как мы на него набросились с кулаками. Мы настолько верили, что так все и было. То есть сила искусства, сила слова, особенно для детей, пока недооценена. Дети – это губка, более четкая, более чувствительная, чем взрослые. Поэтому я еще раз, Катерина, хочу подчеркнуть, что ваше дело благородное. Продолжайте. Спасибо большое, Николай Андреевич. Давайте тогда вопрос вам, Юрий Сергеевич. Пишут, спрашивают так. Калужская область, город Сосенский. Антон Андреевич Рогов интересуется, случалось ли такое, что немцы проявляли сочувствие к вам как к заключенным? Если да, то вот рассказать о таком случае. Пожалуйста, я хочу вам сказать, что нам обычно показывают немцев, таких вот, так сказать, как фашистов. Но фашисты были именно на Западе. Здесь немцы были те, которые некоторые нам симпатизировали. Так, Розель Бюттенбург, Эрнст Тельман. И вот немцы, которые, значит, нам симпатизировали, Гитлер специально послал их на Восточный фронт против нас, на Восточный фронт, для того, чтобы, значит, их как в мясорубке истребить. Вот представь себе, значит, я, получилось, что в доме, где немцы квартировались, они ко мне положительно относились. Представь себе, я, значит, вначале, за что меня немцы отправили, так сказать, на воспитание? Я русским летчикам передавал информацию, которую сбили немцы, значит, русским летчикам сбитого нашего самолета. Передал информацию о том, что где находятся немцы, в какой деревне. Затем, значит, так, на следующий день я принес им фонарик, хлеб, картошку. Потом они заставили меня принести еще им бинокль достать, потому что они были в лесу. Я, значит, оказался, значит, в это время, когда нас бомбили, не бомбили немцы, наша авиация, а стреляли с пулемета, потому что, если, положим, бомбят, то дом, значит, могут погибнуть и наши мирные колхозники, наши мирные люди. Поэтому летали самолеты, они стреляли вот в дома. Дома-то были какие? Крыша была из соломы. Если только загорится дом, сразу он перекидывается на другой дом. И они этот дом, который загорается, они уже его не тушат, а тушат следующий дом, водой поливают специально, потому что негде было жить. Мы жили в землянках, а немцы жили как раз, значит, в домах. А как только наша авиация появлялась, они тут же, значит, нас выгоняли, нас, значит, на улицу, вот, а сами забирались в эти самые. Следующее еще. Значит, это вот второй раз. Второй раз я получил, значит, хлеб воровали, бросали, значит, военнопленные при разгрузке, а мы стояли около дома. А мне почему-то такая была плечка. Мужик, тебе, говорит, забросят. Меня что-то назвали. Мужик, ты, значит, мы бросим тебе хлеб, а ты этот хлеб постарайся затоптать, а когда машина уедет, ты уже вечером нам несешь военнопленным этот хлеб. Я так сделал, пришел, а они немцам, видимо, я был еще тогда совсем неопытный человек. Вот. Поэтому они мне поймали меня на допрос, кто принес. Но они не стали потом, значит, ну, хлеб, ну, как бы я голодный. А вот когда я в них своровал бинокль для передачи русским летчикам, вот тут-то получилось, он бинокль большой, оказался в запаске под пальто. Сразу немцы увидели. Вот тут-то немцы, значит, мне повели, вот этот, который охранял наш дом, повели мне в комендатуру. Но они почему делают? Немец, он трус. Цель его такая, сначала запугать, как, знаете, моська слона лает, запугать человека, сделать его таким, значит, ну, робким, значит, так. А затем... Значит, мне наказать. Но наказывали в основном как? Значит, хватали меня за волосы, за уши, потому что если мне удар меня сделать, я тут же сразу скончаюсь. А вот они вот таким путем. И плюс, мало того, я пел песню, мне кажется, об этом говорил Зюганов Геннадий Андреевич, что пел песню гимн Советского Союза перед солдатами вермахта. Они с 1942 на 1943 год позвали нас в школу, и мы должны показать было свое, значит, деревенское искусство. Ну, там кто-то пел, там
значит, частушки, кто-то там, значит, танцевал вот эту самую цыганочку, а я стал, значит, сначала им елочку, значит, как меня учили в детском саду, елочку прочел, мне получили за это там печенье, дали кусочек сахара. И я запел гимн Советского Союза, вставая проклятием и заклеймённым весь мир в голодных рабов. Почему? Мой отец работал в спецвойсках специального назначения. И он часто напевал эту самую песню, когда брился, так сказать, и он напевает эту песню. И я запомнил слова, я стал петь. А немцы были под шнапсом, не понимали, значит, русского, а это веселые, значит, и стали мне подыгрывать на гармошке. А когда переводчик перевел, о чем песня, он меня схватил за шиворот, сделал большие глаза, это, но я его, так сказать, поминаю, он меня мог бы и расстрелять бы. Вот. И вот он, Гофман. Полковник Гофман. И он выбросил меня из школы. Но потом самое главное, вот за что я еще. Я им прорубил провод, телефонный провод, который связывал линии фронта с городом Гжатском, там, где как раз был у них штаб, районный штаб. И в 4 часа не работал телефон. Представляете себе? И они нас выбили, делали шеренгу в деревне, выбили, кто, значит, топором, кто, вернее, отрезал этот самый провод. А получилось как? Мне дедушка сделал деревянные санки, а веревок не было. И вот этот провод я, значит, посмотрел, как делается, где он находится, и, значит, отрубил. И вот 3 метра привязал, и мне указали все. Тут уже, конечно, тут все. Значит, они, это, дед мне говорит, обязательно никого пальцем не показывай. Я, конечно, плачу, вот, и я больше не буду. Вот, и мне вот из-за этого меня отправили, значит, вот на перевоспитание. Вы как раз вот сейчас ответили на вопрос, который нам пришел также вот от Сафиной Дариды Рашидовны из Красноярского края. Она как раз и спросила, как вы попали в концлагерь. Поэтому тогда вопрос сейчас, поскольку он не адресный, а к вам обоим, то тогда я передаю его Николаю Андреевичу. Значит, как вы попали в концлагерь? Вы уже, мы поняли, за саночки. За саночки. Было дело. Ну, я думаю, если вы видели этот фильм, который был, я не буду повторяться, когда началось отступление немцев, то у нас из Брянской области вот были организованы маршевые колонны, как мы их называем. Это, конечно, фактически заложники, которые должны были прикрывать отступающие немецкие части. Вот мы, и я в том числе, 6-7 лет, прошел босиком, так сказать, 600 километров под бомбежками. И наши бомбили, и немцы бомбили. А потом, когда мы стали ненужны, нас просто окружили колючей проволокой и назвали это лагерем, лепелем. Это был вот такой лагерь. Там не было построек, ничего там не было. Просто колючая проволока, поле, край леса. Это был лагерь до тех пор, пока нас не освободили партизаны. Потом мы попали в партизанский отряд. Потом нас еще раз поймали. Еще раз мы сопровождали немцев. Ну, и я уже освободился в Польшу. То есть вас довели до Польши? Да. Вот, кстати, тоже интересно, может быть, вы дополните вот этот вопрос по поводу проявления сочувствия к заключенным лагерным заключенным. Может быть, есть что-то дополнить? Вы знаете, конечно, всякий человек, в конце концов, человек, и действительно, когда перед ним ребенок, я не знаю, что-то, наверное, глубоко, особенно у женщин, внутри сидит, и некоторые поблажки, бесспорно, были. Поэтому для нас вот в этих маршевых колоннах, конечно, добыть кусочек хлеба – это был большой подвиг даже. Поэтому мы, мальчишки, пробирались на эти кухни, на немецкие, там просили, чтобы даже повара немножко бросили, так сказать, может быть, и годную пищу. Они видели нас и бросали иногда. Но это никак не оправдывает то, что были детские концлагеря. Поместить детей в концлагерь и выкачивать из детей кровь из детей, это надо опуститься уже очень-очень глубоко, пройти даже звериную стадию. Звериную стадию. У зверей нет такой операции, чтобы кровью детей, раненых зверей,
спасать. А у фашистов это было. Поэтому не надо искать оправданий, не надо искать человечности от зверей. И правильно совершил Нюрнбергский процесс, сказал, что эти преступления срока давности иметь не должны. Я когда встречаюсь вот с немцами, особенно, конечно, время уже прошло, многих нет, я с первого взгляда могу сказать, кем он был во время войны. И они тоже это знают. И вот, знаете, вот когда мы дети, и они, многие были старше нас тогда, солдатами, естественно, с ранениями. Вот мы легко узнавали, кто из них был кто. Это не так просто. Поэтому идея моя из моей жизни, она такая. Не надо опускать людей любыми идеями до звериного состояния. Если вы опустили, дальше уже все будет работать как и заведено. Человек перестает быть человеком и становится преступником, в том числе против детей. Я считаю, что выше преступлений вот по отношению к творению Бога, Бог дает через детей жизнь, более жестокого преступления не существует. Поэтому я особенно никогда не пытаюсь найти доброту, а лучше напомнить, кем можно стать. И вот сегодня мы на Поклонной горе говорили, я тоже еще обращаюсь, ведь очень похоже все то, что мы видели накануне войны. Нельзя отнестись сейчас спокойно, так сказать, гулять, веселиться. Надо понять, что момент чрезвычайно опасный, чрезвычайно ответственный. Поэтому надо собрать свои лучшие человеческие качества, мобилизовать их, объединиться, увидеть друг в друге добрые начала. Иначе будет поздно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, Николай Андреевич. Вот как раз в продолжение той темы, которую вы затронули, страшной этой темы, вопрос поступил как раз к вам, Юрий Сергеевич. Так, Бурятия, Улан-Удэ. Вопрос от детей. Руководитель прислала Виктория Башиктуева. По поводу того, что брали ли кровь, ну, они знают, что в Саласпилсе брали кровь у маленьких детей, брали ли вот у вас, и вообще, что вы можете об этом рассказать, как малолетний узник Саласпилса? Когда нас отправили из Жижацка, мы доехали до остановки Даугавпилс. И вот в Даугавпилсе, перед Саласпилсом, потом где я оказался, у нас заставили давать кровь, потому что мы такие еще были полненькие, еще, так сказать, из деревень, еще, так сказать, не совсем исхудавшие, чистенькие еще. Нас привезли в Даугавпилс на поезде. Я одну даже попытку сделал бежать, потом поймали меня, обратно привезли. И брали кровь, 4 тонны у нас взяли крови, только детской, для раненых хохофицер, для вот именно, причем дети были и грудные. Отнимали от родителей детей, потому что якобы они мешали работать женщинам. А те женщины, они чем занимались? Они занимались стиркой белья прачечной, а ребят брали кровь, ну, у нас брали кровь, и потом, и причем по таким соусам, что якобы вот возьмем у тебя кровь, и ты потом получаешь еду там, ну, с котелка, полкотелка супа, ну, из солдатской кухни. И плюс там, значит, мясо было и полбуханки хлеба. И обещали отправить обратно там, откуда ты приехал, обратно, так сказать, в свою деревню. Меня взяли 300 грамм крови. Сначала вымыли все, значит, с мылом хорошим. Я даже попробовал мыло, так оно было не как у нас такое плоское, а были такие длинненькие, как похоже на сардельку. Я даже попробовал. Я, значит, говорю, мыло, а мне говорят, ребята, по голове меня стукнули. Говорят, ешь, это же колбаса, мыло, не понимаешь? Если я начинал жевать, понимаешь, и глотать было это мыло. Потому что ребята говорят, значит, ешь. Это раз. А уже потом
Потом уже, когда мы, ну, я там, сказать, у меня было хорошее письмо от немца, который жил в нашем доме, хотя квартировался, у него тоже был ребенок, и он потом, я был какой такой блатной, что ли. То есть мне написали бумагу, что якобы, значит, фотография, и фотография, значит, одного немца, который был там где-то в Германии, а это его дед был, или отец, ну, какой родственник. И он просил, значит, мою судьбу как бы скрасить ее. И вот там я потом, только один раз мне убивали кровь, но я работал по нахождению вот золотых украшений, когда нас лес, который окружался вокруг концлагеря Саласфилс, там, значит, бросали уже приезжие, бросали свои, там сказать, отбирали у них крупные вещи, они кое-что прятали там, там сережки, там какие-то там крестики, они прятали там, сказать, ну, в укромных местах и прятали где-нибудь, значит, в лесу, там, под деревом, там, или где-нибудь еще, в надежде, что после освобождения они туда придут и заберут эти вещи. А мы там искали в свое время, за это, естественно, нам хорошо кормили, то есть от солдатской кухни. Так вот, я хочу сказать. Значит, брали кровь, 4 тонны крови взяли у нас отсюда. Вот там было более 100 тысяч, так сказать, военных пленных, а еще рядом были политические. От всех тюрем брали прибалтов, значит, от латышей, от эстонцев то же самое, и в Саласпилсе. То это был трудовой лагерь. Причем они работали и по, значит, изготовлению вот этих брикетов из торфа, потом они использовали для печей, затем, ну, разные были, так сказать, работы. У нас брали кровь для испытаний, брали кровь для, значит, и детей. В жизнь в лагере, в этом лагере было 3 месяца. Больше 3 месяца мало жили. Но когда вот типа меня, потому что меня брали за 9 рейхсмарок, а стоили мы 9-15 рейхсмарок, и брали латыши для таких полевых работ, для работы, так сказать, там у них на грядках, там по, значит, пасти нам лагусей, там овец, вот таких животных. Это все шло потом для армии, немецкой армии, и для кормления вот этих самых лагерей. Потому что в том месте было 23 концлагеря. 23 концлагеря. Я только в одном Саласпилсе в этом районе. Они работали в разных местах, они на дорогах, работали и по очистке, значит, вот этих самых авиационных аэродромов. Вот, это раз. Да, брали и испытания проводили. Но у нас в основном, значит, использовали для того, чтобы мы в будущем потом были, значит, ну что ли, воевали против советских войск, потому что они быстро наступали, они решили нас перепрофилировать. То есть мы должны были, значит, подложить... Я закончил школу, хок-школу, значит, немецкую форму. Мы жили в Лебенсдорфе, и потом плюс нас, значит, готовили и быть минерами и саперами. Вот на саперах я как раз и подорвался, тот в свой род. Вот я хочу показать. Вот здесь солдаты, а мы были такие же дети, по 9 человек. Вот у нас 8-10 человек. Идем вот такой шеренгой, ищем, вот самое, щупаем, а потом кричим, если найдем, что он такой твердый, мы кричим «Ахтунг, ахтунг!» Внимание, внимание! Коммуцухир. Все бежали, прибегают, немец смотрит издалека, ага. Потом, если, положим, там какой-то камень оказался, значит, не предмет взрывоопасный, он тебе по голове стукнет, мол, смотри внимательно. И дальше идем. И вот одна уже нашли мину противопехотную. Она отличалась тем, что она подскакивала, взрывалась на расстоянии 1,5 метра, и она косила вот так вот, людей косила. И вот из 9 человек нас осталось 2. Я был ранен в ногу и... со стороны, мне до сих пор, я супругу посмотрю, говорю, остался у меня шрам. Да, говорит, остался. И на ноге-то, меня даже в армии не брали за это, потому что на ноге был, прям попали. Но самое главное, когда я был ранен, они приехали, чтобы показать, что вот, мол, как мы заботимся, значит, о раненых. Мне перевязали ногу по всем правилам, дали бинты, дали йод,
и написали, как порядочный гражданин Германской империи может долечиваться по месту жительства. И это как раз, вот некоторые говорят, вот, значит, мне Бог наказал. Да ничего Бог не наказал, наоборот. Бог мне дал возможность быть раненым, чтобы обратно не отправить меня в концлагерь. Это было какое-то спасение для меня. Спасибо большое. Тоже вот в какой-то степени частично, у нас просто уже время заканчивается, частично ответили на вопрос, было ли что-то радостное в период нахождения концлагеря, то есть все-таки даже в каких-то грустных, печальных вещах удавалось находить светлые стороны. Это вопрос сейчас будет тогда переадресован еще и дальше Николаю Андреевичу. У меня в дополнение к нему, значит, это вопрос вообще из Казани от Веры Рубашкиной по поводу светлого и радостного, что-нибудь вообще, какой-то случай. И есть еще очень перекликающийся вопрос из Тольятти от Сергея Табунова. Что придавало стимула выжить в лагере вам и вашим близким? То есть, может быть, тоже вспомните какую-то мотивацию сильную. Да, ну, я... Опять коротко два момента на этот счет. Первое. Немцы очень активно убеждали детей, женщин, которые были вот знаменитыми словами «Сталин капут», «Москва капут», и готовили к мысли, что все закончено. Так сказать. И вот в начале, 42-й год, 41-й, конечно, тревожно было и как-то приходилось верить. Потом это немцы повторяли многократно, но дальше уже было у них на лице, при произнесении этих слов, уже было другое ощущение. Это, видимо, их заставляли так говорить. Поэтому вот это вот уловить перемещение их чувств с надежды на победу, на неуверенность в их победе, вот это для меня было очень интересно. Ну и второй приятный момент, мы вчера тоже вспоминали об этом, когда шли разговоры о том, какие страхи и ужасы на немцев наводят наши «Катюши», мы делились, мы всех расспрашивали, взрослых, что это такое, что это, расскажите про «Катюши». И начинали немцы спрашивать, немцы немного дрожали. И вот этот вот страх перед «Катюшами» у меня воспринимается и по настоящее время как какой-то светлый момент в нашей жизни. Мы чувствовали, что-то есть такое, что способно остановить и повернуть. Когда я вот был в лагере, были светлые дни, около, где находился, у меня фамилия как раз, не Бараку, я не, когда меня спрашивали фамилию, я говорил, значит, у меня фамилия была другая совсем. Значит, я говорю, Найн Барак. И меня записали, значит, в распределенном пункте в Риге. Написали не Бараков, но не в этом. Около лагеря, вернее, ну, в смысле, в лагере, там была громадная вышка, и смотрела все. У нас был прудик. И мы там, вот дети есть дети, мы там вот бегали, и вот это были радостные дни. Но радостные дни были, когда нас приглашали латыши на работу. Там нас кормили хорошо, чтобы мы там не подворовывали, они хорошо платили. Вот. Вернее, кормили нас хорошо. Вот я хочу вам сказать, это эта сторона. Я хочу сказать, что в начале войны наша, так сказать, мало было авиации нашей, видно. И когда летали самолеты, они летели в сторону Москвы, летят, и вдруг появились истребители. И вот была война. И вот, кстати, там Юра Гагарин, он именно участвовал в этом самом. Он комментировал, как, где происходит, что. Потом сбили немецкий самолет, он грохнулся там за дальним лесом, а потом самолет сел, наш подбитый сел. И вот Юра там тоже сам принимал участие. Это вот просто я вам не сказал, чтобы знали, что Юра тоже принимал, значит, вот в этом непосредственном участии. Я хочу сказать, что летали, когда наши рыли противотанковые, значит, там, заграждения, летали самолеты высоко, там, вот такие рамы, и они бросали листовки. Какие листовки были? Значит, милые дамочки, не ройте ваши ямочки, придут наши таночки, зароют ваши ямочки. Это вот так было. Вот они писали. Ну, приносили, значит, колхозники приносили там. Они работали, потом обратно приезжали, туда-сюда ездили. Значит, ну, в основном женщины, конечно. Ребята все были. Ясно, что в армии. А если ребята, которые не попадали, их сразу в Фараннах туда, в Германию.
туда отправляли. И что еще хочу сказать? Вот радостные дни, кстати, было сказано, когда нас забирали вот этот латыши. И плюс еще приходили монашки из церквей, ну, католических там, неважно. Они приходили и то же самое нам давали к празднику, что-то такое там, что-то такое вкусненькое. Ну, там хлеб, в основном хлеб было. Хлеб или там картошка, что им разрешалось нам давать. Это вот были радостные дни. Угу. Вот это. Спасибо. Так, ну и в завершение вот у нас такой вопрос достаточно общий есть. Но я перед этим все-таки коротенько. Алтайский край, село Кулунда. Казарезова Дарья Сергеевна. Какая ваша любимая военная песня? Наверное, я как пьян вставая проклятие гимн Советского Союза, потому что я все время его, значит, применял его. Угу. Вот. Ну, русские народные песни в основном. Угу. Ну, военная песня вот именно, так сказать, такого типа. Понятно, вот такого спасибо. Типа. Николай Андреевич, а у вас? Конечно, я люблю «Темная ночь». «Темная ночь». Да, мне кажется, там много... Ну, так сказать, ощущения человеческие, угу. И семья, ребенок, смерть рядом, угу. Темная ночь, пули. Мне кажется, эта песня мне очень отзывается. Созвучна. Угу, угу. Спасибо. И вот такой вот общий вопрос, который из Нижнекамска. Наверное, не раз уже отвечали, но тем не менее. Почему нашему поколению молодому важно помнить о таких страшных событиях? Конечно, дети рождены для счастья, для солнца, для любви родительской. Но реальная жизнь имеет и вторую сторону. И во всякой жизни, во всяком счастье и во всяком несчастье заложен антипод. Поэтому не надо, конечно, непрерывно об этом говорить, но для того, чтобы быть готовым к преодолению трудностей, они у каждого случиться могут и обязательно будут иметь место, надо знать и о трудностях жизни, надо знать о том, что человечество выдумало войну, выдумало оружие. У человечества есть желание уничтожить ближнего, непонятно ради чего. К сожалению, это дети тоже должны знать. Поэтому, Екатерина, я вот так считаю, что будем реалистами, но будем надеяться на лучшее. Спасибо большое. Ну и, Юрий Сергеевич, последнее, что адресовано вам, что бы вы пожелали современной молодежи? Это, в общем-то, та же самая Дарья Сергеевна из Алтайского края, село Кулунда, интересуется. Надо, конечно, любить свою страну, как мать. Еще раз, пожалуйста, надо любить. Надо любить свою страну, как мать. Она женского рода. Надо учиться. И учиться, учиться, еще раз учиться. Ведь молодость нужна для чего? Для того, чтобы обеспечить себе старость. Надо, может быть, лет 20 повышать, наработать на авторитет, а потом авторитет будет работать на тебя всю оставшую жизнь. Так что... Я и хочу сказать, что обращаюсь к молодежи, особенно вот я живу в сельской местности, ну, я, конечно, москвич, у меня есть квартира и все прочее, вот там у меня там пчелы, там, так сказать, нормально. Я хочу сказать, что молодежи, что вам очень и очень повезло, что в главе страны является Владимир Владимирович Путин. Вы смотрите, ведь мы отставали от передовых стран, мы от передовых стран отставали на 100-150 лет. Вот смотрите, какая вот у нас были. Сапоги только кирзовые появились только в 43-м году. Это были ботинки, обмотки. Смотрите, вот такая форма. Трехлинейная винтовка Мосина 1898 года. Мы отставали. А ведь на Западе немцы, смотрите, они купировали все страны восточные.
Они, смотрите, даже в Париже работали рестораны ночные. Армия находится на месте, они забрали, так сказать, все оборудование. Также возьмели в Чехословакии, там танки чехи поставляли. Танки чехи, хорошие танки. Самолеты, между прочим, у них летали самолеты, вы знаете, на первом месте немецкие, на втором месте были американские, а мы только, у нас скорость отставала. И вот мы, несмотря на все, потому что мы-то воевали, за что наши воевали солдаты? За те, которые находились дети, так сказать, в сельской местности, родителей. А немцы сюда для чего пришли? Они думали, что как туристы приедут туда, причем немцы, интересно, если у нас, значит, раненые отправляли, значит, вглубь страны, а у них и нет. Те немцы были, которые, так сказать, раненые, они были, так сказать, находились в домах, их обслуживали вот наши сельские жители. Я хочу сказать вот такую фотографию. Значит, у меня есть фотография, это вообще поразительно. Там немцы, значит, сидит немец, находится немец. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот посмотрите, немец. Видите, вот они улыбаются, курят трубку. В основном они курили сигареты. У нас, так сказать, у нас махорка была. Немцы улыбаются. Они почему-то рады? Да они рады, что они, война для них закончилась уже. Все, они живы, хотя бы живы. Представляете себе, хотя бы живы. Они улыбаются, смотрите. Ну, конечно, и пропаганда. Это пропаганда из-за того, что они немцы не курили. Ну, вот, видите, там трубки где-то достали. Знаете, вот смотрите. И вот они довольны, что война закончилась для них. Они живы, хотя бы живы. А так они, ну, все ясно. Что погибло 9, почти 10 миллионов человек. У нас, конечно, 27 миллионов, потому что мы отставали от них стран. Ведь не помните, выпускниками Академии наук, военных академий вступал Сталин. Он говорит, что мы отстаем от передовых стран на 100-150 лет, а мы должны пройти это за несколько месяцев, иначе нас сомнут. Вот величайшее у него, так сказать, вот то, что он сделал, врагов сделал друзьями. Смотрите, англичане, японцы, турки, финны, они с нами же не воевали. А это, как ни говоря, значит, это все-таки большой подспорье. Недаром Зорга сообщил о том, что Япония не будет нападать на Советский Союз. И сразу же войска, которые оттуда, сразу подвинулись сюда, к Москве, и мы их прямо выселили отсюда. Прямо мой отец, который участник парада на Красной площади 7 ноября, прямо сразу же оттуда, говорит, и сразу же в бой, и мы отбросили их туда, за Можайск, на 150-120 километров. В общем, это к вопросу о пожеланиям молодежи. А пожелания? Да, ну, забыли. Довольно широко раскрыли тему. Да, ну, в общем-то, пусть раз они там интересуются, пусть они знают. А молодежи, я еще раз повторяю, крупно повезло, что находится умнейший человек. Мы самое главное, да, трудности у нас некоторые есть, трудности, но мы делаем оружие. Мы раньше как? Я, ну, работал в научно-исследовательском институте, совершенно секретно, с грифом. И мы говорили, что надо догнать и перегнать. Догнать и перегнать. А здесь мы и догнали, и перегнали. И вот пусть они подумают, свои лбы свои почешут, стоит ли с нами связываться. Потому что те западные страны, у них все на страхе, на обмане и на страхе. А у нас, конечно, мы говорим, как есть. И слава тебе Богу. Так что вот... Спасибо большое, Сергей. Да. Ну, я буквально два слова хотел сказать. Конечно, умные люди были на Руси всегда. И мне очень нравятся слова наших славянофилов. Они так звучат. Надо очень любить Россию. И в этом выход из тупика. Вот попробуйте этой формулой. Если человек сказал что-то плохое о России, значит, он ее не любит, значит, он тащит меня в тупик. Ну и вторая мысль принадлежит Волошину Максимилиану. Если ссорятся или воюют два брата, не становитесь на сторону любого из них, станьте на сторону матери. Какие глубокие мысли. Так что я в окружении прекрасных дам хочу сказать, мы будем на вашей стороне, вы наши матери.
Спасибо большое. Ну и такими прекрасными словами мы заканчиваем сегодняшний наш всероссийский телемост, который продлился вдвое больше запланированного. Так много интересного рассказали нам наши уважаемые спикеры, гости и герои фильмов документальных. И от лица фонда «Мост поколений» хотели вам вручить такие символические сувениры, поблагодарить вас за участие. Юрий Сергеевич, Николай Андреевич, благодарим вас сердечно. Такой вот у нас впервые из Москвы прошел телемост, и вот так вот сразу за здравие. Спасибо вам большое. Коллега как раз передаст сейчас. Спасибо. Да, это вот вам от нашего фонда. И памятные сувениры, пожалуйста. Ну, вы как пионеры готовы. Позовите пока мы. Возраст у нас критический, так что пользуйтесь случаем, пока мы живы. Я тоже вам ответный подарок. А, это нам. Да. Спасибо большое. Малолетние узники фашизма, за вашим авторством. Спасибо большое. Эта книга займет почетное место в нашей коллекции книг в авторстве замечательных людей. Спасибо. Ну, от меня, Алаверди, к вашему столу. Вот. Читайте, завидуйте, я господин. Я гражданин Советского Союза. Да, детство в неволе. Судьба Юрия Небаракова, малолетняя. А там как раз подписала как раз Галина Юрьевна Гагарина. Это дочь, да? Дочь. Дочь Юрия Алексеевича Гагарина. А моя супруга, как раз моя супруга, она лечила тех людей, которые дружили с нами над Рейхстагом. Это вот, вы знаете, Кантария. Вот она здесь, смотрите. Это моя супруга, когда была... Сейчас ей 80 лет, ребят. Не удивляюсь, она не такая. А то сказать, Юрий Сергеевич, молодых. Вот. И вот она, здесь она, смотрите. Вот Кантария, посмотрите, пожалуйста. Вот он, Кантария, Мелитон Кантария. А эти вот, такие, это уникальный снимок. Это вот как раз те, которые, ну, помните, там, Егоров, который вместе с Кантарией. А это другие, вот, помните, там, вот, Нестроев, вот это, то, что вы, сам, если вы были... Значит, в Рейхстаге не были, да? Ну, вот были на выставке, которая полностью реконструирует дорогу на Берлин. И вот они там же громаднейший. Ну, я там был под другой фамилией, потому что я работал совершенно секретно, так сказать. Но не важно. И вот они, вот он такой снимок. Это старинный снимок, эти вот. И мне товарищ, которому мы здесь были вчера, посмотрите, пожалуйста. И товарищ, которому вы были вчера. Да, они снимали. Говорит, Юрий Сергеевич, дайте, пожалуйста. А это Кантария. Вот он Мелитон Кантария. Все считают, что он грузин, потому что Абхазия относилась куда? К Грузии. А сам он абхазец. Так что вам для сведения. Так что вот он сам. Ну, это моя супруга, когда была. Это вот в те времена, конечно, те времена. Я другие не показываю. Она не знает, я все не вытащил. Ну, а вдруг спросит, сказать, а покажите, Юрий Сергеевич, кто ваше досье. Спасибо большое. Очень интересно, не забудьте вашу архивную. Показали? Да, сейчас. Вы показали? Нет? Я вот своим коллегам предложу к просмотру. Да, да, да. Посмотрите, пожалуйста. И Кантарий тоже самое. А, там еще есть. Переснимем обязательно. Мы все, да. Вы уже завершили? Еще не завершили. Так, ну, я думаю, что, наверное, уже сейчас есть смысл завершить наш эфир. Тем более у нас сегодня здесь присутствует еще оператор, который хотел поговорить по возможности с вами с обоими, задать несколько вопросов, так что и заснять это на камеру. Это наши как раз коллеги из московского общества, такого волонтерства, очень единомышленники наши, волонтерские тоже. Еще раз, Марина Викторовна, да. Слушала. Вами, дорогие друзья, представить нашего большого друга, который опекает нас, помогает нам, рядом с нами. В целом, в ряде случаев, впереди нас. Марина.
Да, спасибо, кстати, Марина Николаевна, благодаря вам случилось вот это вообще мероприятие. Да. Спасибо большое. Ну, наверное, говорить спасибо надо не мне лично, потому что Николай Андреевич сказал мне лично спасибо. А на самом деле, конечно, я представляю Комитет общественных связей и молодежной политики правительства Москвы, который в течение долгих лет взаимодействует с общественными объединениями, вот, работающими в интересах узников фашизма. Мы работаем ведь не только в интересах узников фашизма. Вот, направления очень обширные, очень широкие. Я не буду сейчас останавливаться на них. Я буду говорить только раз уж мне дали микрофон, я буду говорить о себе. Да, и спасибо. Я работаю с общественными организациями, которые объединяют в основном пожилых людей. Это узники фашизма, с которыми мы сегодня встречаемся в столь знаменательный день, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. И это традиционная встреча, которая сегодня прошла на Поклонной горе. Она же действительно традиционная. Она уже сколько лет проводится. Только 20 лет я провожу вот это, да, как бы организатором являясь. Мы работаем с общественными объединениями, которые работают в интересах реабилитированных жертв политических репрессий. Ведь тоже люди с трагическими судьбами. Я еще вот счастлива с тем, что я могу знать и хоть чуть-чуть, но все-таки помогать общественным организациям, которые объединяют чернобыльцев. Вот смотрите, через 2 недели будет эта трагическая дата, 35 лет взрыва на Чернобыле. Поэтому я говорю о том, что мы пытаемся вот действительно тоже создать мост поколений. И это тоже очень важно. Смотрите, опять же, общественных связей молодежной политики, который призван для того, чтобы был этот мост поколений, для того, чтобы вот такие замечательные люди... Вот спасибо вам огромное. Вот просто вот я всегда восхищаюсь вам вами. Да. Что вы нас не забываете. Вот, да, Николай Андреевич. Ну, еще просто я понимаю, что достаточно... Мы ограничены во времени, но самое главное действительно сохранить эту связь поколений. И раз уж я вот говорю, я счастлива тем, что я благодаря взаимодействию с этими организациями я узнала такие потрясающие судьбы, таких потрясающих людей. Я так благодарна судьбе, что мы видим, что у нас было великое прошлое, безусловно, достойное настоящее, и нам очень хочется верить в то, что будущее будет принесено все самое лучшее, что мы накопили. Спасибо вам искренне, правда, спасибо. Я хочу 2 слова сказать. Если мы забудем прошлое, не будет будущего. Это известный афоризм. Конечно, безусловно. Спасибо. Спасибо огромное. На этой прекрасной ноте мы точно сейчас завершаем нашу трансляцию. Спасибо.